прохладным утром и в середине рабочего дня ничто так не бодрит, как чашечка горячего кофе. Главное, чтобы он был хорошо сварен. Растворимый. Не слишком вкусен и полезен. Кофе из турки требует времени и так норовит убежать. Современный ритм жизни требует быстрых решений. Лучший выбор – кофеварка. Кофе из кофеварки, утверждают диетологи, еще и лучше для здоровья. Большинство современных машин могут варить бодрящий напиток нескольких видов и даже регулировать его крепость. Это особенно удобно для тех, кому крепкий кофе противопоказан. Ученые всего мира ломают голову, полезен кофе или вреден. Пить его нельзя гипертоникам и сердечникам. Причем чем дольше готовится напиток, тем более он полезен для здоровья. Что касается кофе, ситуация как раз скорее обратная. То есть ничего вредного там особенно нет. То есть анализ показывает, что вот больше где-то 4-5 чашек в день, а чашка в день это 150 мл кофе, да. Вот там начинает расти риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых онкологических заболеваний. Польза в напитке из кофеварки не меньше, чем в собственноручно сваренном. Кстати, он принесет больше пользы, чем вреда, если вы сумеете ограничиться 300 мл этого напитка в день. Кофе, я так скажу, можно не бояться, потому что кто пьет в день больше 5 чашек кофе? Наверное, очень мало людей. А до 4-5 чашек никакого риска, в общем-то, практически нигде нет. Интересно, кофе у женщин, то есть у женщин все не так, как у мужчин. Да? Например, у мужчин риск растет, скажем, риск смерти от ишемической болезни сердца при потреблении 5 чашек и больше начинает расти. У женщин, наоборот, он снижается. Поэтому даже 7 чашек кофе в день у женщин не приводит к росту риска смерти от ишемической болезни сердца. В одной чашке кофе содержится 20% суточной дозы витамина П. Он улучшает эластичность кровеносных сосудов. Этот напиток улучшает память и реакцию и даже может служить отличным обезболивающим и средством от кашля. Кофеин не накапливается в организме, а выводится из него за несколько часов. Так что единственная реальная неприятность – кофеиновая зависимость, которая развивается очень быстро. Она и делает нас страстными поклонниками этого ароматного напитка.